Здрасте. Соскучились? Мы тоже. На дворе февраль. Зимы нет. Земля в лесу, как пух. Мы в Ярославской губернии. Ехали сюда на самом деле. Думали, что снега будет очень много, земля промерзшая. Что там за птица? Думали, что поедем на шурф. И неожиданно казалось все иначе. Что-то там у Любы за сигнал. Вот, вчера даже по полю походили. Причем снимать я не стал, что-то мне вчера лень было с дороги. Вот. И умудрились накопать 5 монет. Маленький крестик. Колокольчик, кстати, дзынь-дзынь, целенький. Но снимать не стали, как бы ходили по песчаной полянке. Кто знает, тот поймет. Вот. А мы сейчас идем здесь лесочки исследуем, как обычно. А вы идите с нами. Будет интересно. Пришли на крутой берег реки. Или же овражина, как бы. Ну там внизу река. Мы туда движемся. Что? Проверяем все сигналы, черные в том числе, потому что в этих местах встречается что угодно. Двери скрипят. Ну, копай дальше. Пропал. Нормальное явление. Пропадать. Что-то много. Не обязательно. А, тут чтобы выкопать? Вообще просто. Ладненько, найдем. Если что-нибудь интересное, я покажу. Ушел фантом. Идем дальше. Вот сейчас в такую погоду лучше всего искать дороги или всякие штуки. Вот из ниоткуда прям взялась. Видите, как хорошо ее видно? Вот чуть-чуть зелень вырастет. Здесь палки валяются всякие, все остальное. И все, ее будет сложно найти. Сейчас, конечно, самый кайф. Сейчас вся сухая трава прибита, все прибито. Вообще великолепно, земля копается. Но это советская дорога. Полюбуйтесь, как красиво. Река, естественно, не замерзшая. Снег еще лежит на той стороне. Сейчас сниму отсюда. Покажу. Оп. О, как красиво. Да не намного она поднялась. А, мало, да? Мы вот эту часть потом будем пробивать. Может. Пробивать здесь нужно. Так. Мы движемся дальше. Смотрите, красота какая. В городе вы уж точно такого не увидите. Шикарно. Полуостров такой круглый. Трудяга. Видите? Это я, если что, вдоль дерева прям снимаю. Вот так вот. А как я его нашел, его уже не видно. Слышите, прям в дереве стук. Дерево сухое. Я мимо него проходил, оно прям дун-дун-дун-дун. Прикольно. А она. Вон там.
друзья, как вы поняли, где мы сидели, да? Чудо-хуторок. Шли здесь вот такое место, заваленное деревьями. Рядышком, как всегда. Ну, вы поняли, что мы приняли решение деревья разобрать. Смотрите, одну из сосен подломило. Жалко, старый сосен. Черный сигнал. Где-то недалеко. Сейчас. Что там? Обломок ножа. Обломок ножа? Угу. Как всегда, в принципе, здесь. Даже не ножа, не знаю. Просто железо. Просто, да, обломок чего-то. Вот кухня. Забираем. Так, вылезли из леса. Там не снимал. Больше нам такого интересного ничего. Так, ножички я вам показывал. Сейчас покажу. Снайду. О! Кто не знает, это половинка кресала. Ну и еще обломков ножичков наковыряли. Больше по старине пока ничего нет. Кольцо такое же оттуда же, где кресало было. И по дороге тоже не сняли. Люб нашла офигенную пряжечку конскую, целенькую, с ушечком. Так, переезжаем. Перебрались. Времени у нас до темноты еще есть. В начале видео я говорил, вот здесь вчера нарыли 5 монет. Ну, здесь песчаная полянка, так называемая. Здесь сигнал нечастый, но очень хороший. Здесь пулу доставали. Кусок створки раньше вот там находили. Так, периодически копаем, заезжаем. Вон какой-то глубокий сигнал. Может быть, железо. Может быть, и нет. Обалденно, здесь сейчас на солнце вообще красота, как летом. Тепло, хорошо. Моя лопата. Сейчас достанем. Надо посмотреть, что за железо. Мало ли. Я сегодня, кстати, с теркой. Не только сегодня. Все эти дни. Так, давай посымаем. Посымаем. Что здесь в песках было? Резко очень, кстати говоря. Вот прям как вот отсыпали, как будто вот эта поляна, она из песка. Все остальное суглинок. Вот буквально шаг в сторону сейчас вот туда сделаешь. И все. Интересно. Охотник вчера здесь встретили, шедшего за бобрами. Ощущение, что ты там что-то цепляешь. Да тут камней еще полно. И сохран, да, вот на этом участке были. Игорь, ну 25-27, ну это железо или алюминий? Ну надо смотреть на такое глубинище-то. Кольцо, блин, зараза. Железно. Понятно. Что, будем на камеру снимать, пробовать. Сигнал неплохой. Сигналов очень мало. Вчера, я говорю, за 3 часа больше наковыряли, чем сегодня за целый день. Я вчера лень было снимать. Как всегда. Ну, с дороги, господи, поехали побродить там пару-тройку часиков. Сейчас раз, круг, и железная баранка. Да как мне хрен делать? Бывает же такое, что за целый день ничего не найдешь. Да, ема не то вроде. Перский, да?
Николай Первый. Ну, так, отличнейшим, да? Сохран. Сохран здесь должен быть отличный. Здесь всегда отличный сохран. Сейчас покажу. Ну, не зря ходили. О, 40-й годик. Фокус где? Ничего не вижу. Солнце. Короче, вот такая. Да она как свистел. Унитосинка. Ну ладно, не зря сходили. Она свистела-то вообще. Ну да. Так она не глубоко. А как мы вот, вот сколько мы ходили? А ты говоришь? Я что говорю? Я говорю, что ходить можно вечно. Если на этом месте что-то есть, то вылезать будет постоянно. Немного, но постоянно. Это уже проверено. Так. Идем к Любе. У нее что-то интересное, наконец-то. Что-то выцегнили. Довольно она ровная. Похоже на чешую. Может, это такая же обманка, как на том поле? Не знаю. Лысая. Подожди. Фокус. Фокус. Не знаю. Вставай, смотри. Ну, чешуя лысая. Лысая вообще, вообще. В дребезги просто. Вот в усмерть. Господи, что боже мой. Ну это чешуя. Ну чешуйка, конечно. Гладенькая, ровненькая. Ровненькая, но лысая. Лысая в дребезге. Это, видимо, при жизни ее вытерли. Потому что... Какие-то следы там видны? Ну хорошо, забираем. Никогда не били вот эту линию, которая вдоль дороги. Здесь всегда много травы было. Следующий сигнал. Сохран шикарный. Копейка 52-го года, Николай Первый. То есть сохран шикарный. Вот, я говорю, находок немного, но если что-нибудь найдешь, прям не зря приехали. Уже две монетки отсюда Николая Первого, отлично. Ребят, для тех, кто копает с теркой. Так, на всякий случай. Я просто сам давно не ходил, уж отвык. 18-я частота, если. Такого плана монеты. Вот следующий у нас, Николай Один. Ой, Николай Один, Павел. 97-й год, шедевр. Бьют 48, а этот был глубоко. И бил он 48 с такой конкретной черниной еще по сторонам. То есть копайте такие сигналы, ребят, не пропускайте. Зачастую у меня пятаки на черных на минус 8 выскакивали на 18-й частоте, 18.75. Имейте в виду, сигналы закольцованы. Минус 8, 48, они рядом. Это для тех, кто копает стерка. Такие бывают подставы, где у меня здесь. Это вот выбросил. Горячий камень. Ха. Под ним. Смотрите, прикольная какая. Помыть и все. Симпатичный полушечка. С узорами. А, красивая была конина. Только не здесь целая. Просто, а вот здесь были какие-то узоры. А, мокрая была, еще нормально было видно. Так обидно, кусочек. Ну и очередной. N1. Сегодня день N1. Видимо, здесь. А, это 1/2 N1. Пол копейки. О, у нас такое не было в сохране. В сохране? Ну, у него похуже чуть-чуть, чем у тех. Видимо, край. Здесь край уже, поля. Вон где кочка. Сейчас посмотрим еще. Еще солнце еще не село. Вот такой вот, к сожалению, печальный. Печаль. Печальный печаль. К
сожалению, не целый. Смотрите, какой красивый был. Собираемся ехать. Здесь был гвоздь и... Гвоздь был огромный. И денежка. Блин, сейчас попробую, темно уже. Сейчас он сфокусируется. Солнце жак, снег будет. Или не денежка, подожди, сейчас посмотрим. Полушка. Полушка. Полушечка Александр Аби. Смотри, орелик-то какой. Где? Так, ух ты, шикарная. И деньга. Отлично. 37-го года. Ребята, утро следующего дня. Была весна, пришла зима. 23 февраля, мужики, с праздником вас всех. Мы едем в лесок. У нас сегодня еще есть немножечко времени. Смотрите, как прикольно. Вчера реально была весна. Солнце такое весеннее. Жарко было. Жарко, да, ходили, раздевались. Вот, а сейчас вот такие дела. Прикольно. Движемся вперед. Вперед. Есть там, да, одно местечко. Мы там как-то ковырялись один раз. Монет там не было. Ну, советы были, естественно, грибники там теряли. Вот. Мы нашли там серебряный персик. Старый, разбитый. К сожалению, корнями его разорвало. Вот. Едем посмотреть, что там. Никуда не торопим, все, народ полетел в дачу, скорее всего. А мы продолжаем снимать кинофильм для вас. Вот и добрались до этого ельника. Смотрите, он совсем небольшой, но находки здесь были. Дорога прямо рядышком. О, и машины прям катаются. Проснулись все. Ничего. Вот. Сейчас здесь будем ходить. Времени у нас немного. Вы вместе с нами. Ну, вам там теплее, кстати говоря. Здесь ветер задувает хорошо. Что, друзья, железки были? Сейчас, ну, глубоко, почти со штыка, наверное. Не зря съездили. Извините за палец. Порезался. Смотрите, какой шикарный. То ли какой-то листик нарисован, то ли лапа чья-то. Целенький. Обалденно. До сих пор не знаем, что здесь было. Лес маленький. Здесь попадается много кирпича, как будто что-то здесь стояло. Ну, естественно, до елок. Елки-то это высадки современные. А там у тебя прогалы, где там и будет высокий. Роемся дальше. Метель усиливается, снега уже поднавалило. То есть там, где мы ходили, вот этот пятачок, снега мало. В сторону отходишь, уже сантиметров 10-15 уже. Но, видимо, там более редкие елки здесь-то они. Вон какие. Здесь на краешке копал, то ли это гирька, то ли я фиг знает. Мы такие находим. Ну, что это такое, я не знаю. Честно говоря, никогда и не озадачивался найти информацию. А вот тут под елками ходячка, здесь копейка. Здесь грибников много лазит. Вот так вот. Такой интересный вылазка. Вылазка такой интересный. Исследуем советскую дорогу. Да ё-моё, сама прыгает, теперь жива. Рамочник, да? Ничего. Короче, снег перешел в дождь. В мокрый. В мокрый дождь. И в мокрый снег. Да. Ну да. Год не знаю. 37-й, что ли? Это что, 57-й, не знаю. Не понимаю. Вот она идет, дорога. Ее видно.
Вот такая красота. Мы медленно начинаем превращаться в сосулек. Такие. Вот. 48-й годик. Ну, советская дорога. Советская, естественно. Песок. Оп. Ну и хорошо. Очень даже хорошо. Красиво. Снежок падает. Здесь-то он хлопьями. Но мокрый. Но мокрый. Завтра все это растает. Ну что, друзья, находились. Люба уже идет. Все, уже совсем ливанул дождь, к сожалению. Да и выходные заканчиваются. Выходные более чем успешные, я считаю. Ехали с целью залезть на одно место, именно на шурф. Потому что думали, что будет много снега, холодно. Оказывается, приехали и застали весну вчера. Солнце, птички. Даже разделись, жарко. Ходили по полям, что мы, в принципе, давно не делали. Ну, что-то прям в кайф. На песочке монеток вчера набрали. В принципе, все находки мы видели, раскладывать смысла нет. Все, что прикольное, мы сфотографировали и прикрепили. Ну, это понятно. Вот. Сегодня неожиданно началась опять зима. Все завалило снегом. Мокрым снегом, к сожалению. И сейчас влупил вечером дождь. Нам завтра рано утром выезжать. Скорее всего, будет уже слякоть. Все это опять смоет. Минус 2 на градуснике. Продолжаем снимать. Продолжаем вас радовать. Вы с нами гуляете. Вам, я думаю, что тоже интересно. Где мы шастаем. И нам самим интересно, и вам интересно, всем интересно. Ставьте пальцы. Если не сложно, делитесь в соцсетях видосами. Все, уже язык заплетается. Подписывайтесь на канал. Всем огромное спасибо и пока.